Добрый день. Полгода назад я приобрел автобус. Автобус Саньонг, 43 места, 8 цилиндров, две турбины. При использовании автобуса я понял, что топливо, расход топлива по трассе 25, по городу 34. Бьет по карману. Но два месяца назад у меня появилась возможность приобрести биокатализатор MPG Mega Crabs. В результате приобретения этого биокатализатора я могу поделиться с вами, что он работает эффективно. При применении этого биокатализатора расход топлива уменьшился на 40%. По трассе 17-18, по городу 27-25. Двигатель стал работать мягче, приемистей. Выхлопы уменьшились. То есть вы, наверное, знаете, да, что дизель, как он работает и какие выхлопы. После применения мегакрабса выхлопы стали намного меньше. Двигатель стал работать тише. И просто-напросто нет таких усилий, которые были до применения биокатализатора. То есть двигатель просто на гашетку нажал, и двигатель пошел. Я вам всем советую приобрести этот биокатализатор, и вы просто почувствуете, что будет экономия. Экономия я могу вам привести в цифры. С тонны, даже 20% экономии, это 200 литров. Солярка у нас сейчас в среднем 26 рублей. Вот и посчитайте. 200 литров вы 5-200 можете сэкономить.